Всем привет, ребят! Сегодня у нас очередной батл роллинг под коллекционера, который у нас вышел в день обновы. У нас будет два аккаунта в районе 40 тысяч, и мы уже определим, кто из них будет сильнее. Аккаунтов очень много. Это аккаунт Ивана, моего подписчика. Так, что нам надо? Фиг его знает, что нам надо. Сейчас будем определяться. Так, ну давайте вот это вот сделаем вот так, разбросик. Вот такой вот у нас Коля сегодня, кто еще не видел. Ник Зигфест у него находится в гильдии Даркин. Вторые, пятые места, все на БГ, вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Так, смотрим аккаунт, аккаунт бездонатный. Доната на нем нет. Поехали, посмотрим, что тут из героев. В общем, здесь все, ребят, походу печально очень, да. Оно, хотя нет. Ворожей, Бигфут, ничего себе. Удивили немножко, конечно. Так, ну, здесь надо куча недостающих героев. В общем, поехали. Не будем затягивать видосик, сразу же нам падает фея. Так, одержимый. Атлант паладин, всадник. Вот тут асура сразу же, медуза. Огонь просто. Укротитель. Вот так вот, ребят, вот так делается топ-контент. Сразу же Анубиса выбери. Ну что, поздравляю. Я не считал, честно говоря, героев. Я знал, что просто здесь упадет недостающий Анубис, и этот аккаунт автоматически проиграет второму. Хотя это, конечно, шучу, но поехали дальше. Ведьма. Укротитель. Так, Богорома. Серна. Гаргул Купидон. Бульдозер. Поехали, посмотрим. Буду немножко так бегать, чтобы рандом. Недостающий герой Серна. Недостающий герой. Герой Гаргул. Асура недостающий. Вот так вот, ребята, сколько мы недостающих героев сразу выбили. Так, нужен еще Фрейя Стрелок, Рину, Афина, Хранитель. В общем, есть еще что выбивать. Поехали. Ну что можно сказать? У него день удался. Королева Гарпий. Медуза, Купидон, тыква, Бигфут. А почему бы и нет? Что там есть у него Биг? Да, Биг у него, к сожалению, есть. Ну, повторочка. Согласитесь, это неплохо за 40к такие героя вытащить. Тесса еще. Фараон. Просто по высшему классу. Что я могу сказать? Очередной имбо-роллинг. Вот так вот, ребят. Бездонатный аккаунт, а героев повыбивали просто жестких. Поехали дальше. Снова Атлант. Малыш Ник. Ну,
В общем, вот так вот. Слизней, как видите, мы даже очень много не дособирали, но я думаю, это все херня. Этих 100 орденов, сеты эти, он это все и так дособирает. Самое главное, что мы выбили ему такие герои, о которых он, наверное, он о них очень долго мечтал, как и многие из вас, я надеюсь. Ну что, поехали на второй аккаунт, будем сейчас там трешивать. Посмотрим, что у нас там сейчас выпадет. Какой аккаунт более везучим будет. Так, этот аккаунт у нас Игоря. Тоже моего подписчика. Ну, в общем, все мои. Нужен ворожай Анубис. И все, кого нет. Вот так вот. Так, давайте вот это сразу, чтобы нам не мулило. И так вот нахуй, и сразу бог войны. Вот так вот, ребята, надо заходить на аккаунты и их просто разрывать в клочья. Ну, что я могу сказать? Теперь осталось только Анубиса выбить. Только Анубиса здесь не хватает. Анубис ворожей. Как раз талантика под Анубиса выбили. Так, гильдия Темптерс, вот так вот она называется, никакой информации нет. В общем, кидайте заявочки, вступайте. Так, смотрим. Давайте не так будем смотреть, посмотрим сразу недостающих. Рино Бигфут, ой, говорю, Бигфут Анубис, уже заговорился. Седна. Асура, ворожей, стрелок есть, заклинательница, повелитель Афина. В общем, вот так вот. Так, ну давайте мельком глянем аккаунт бездонатный. Неплохо. Некоторые прокачки очень-очень даже неплохие. Так, ладно, это все прокачки, честно говоря, уже задрало. Поехали ролить. Поехали унижать рандомчик. Так, ведьма, малышник. И я. Капитан Америка, Лео, Душек, ну как-то. Как-то здесь поспокойней, Фрэнки. Не знаю, достающий, недостающий. Ниндзя. Вот он, Рино. Недостающий герой. Отлично. Так, что-то здесь очень много ниндзиков падает. Какой-то он странный. Какой-то ты не такой рандом. Блин, падает Дед Мороз, но все не то. Драка с Медуза, ведьма. Ну такое, однозначно выступает предыдущему аккаунту. Тут даже спорить не надо.
Тоже видите, 9.15 как-то странно, слизни начали падать, очень странно. Ладно, поехали сразу. Делаем ход конем. Ход конем, ход конем. Подгон от разрабов. Бульдозер. Хранитель. О, отлично, коробочку еще выбили. Тыковка. Ну, рандомчик. Дрейк. Не, явно не его день. Еще один Рино. Может, точно не его, но два недостающих. Так, окей. Забираем награды отсюда. Собрать. В общем, вот так вот, ребята. Добили слизней, отлично, огонь. Просто огонь. Вот такие вот награды. Коробку мы открывать не будем. Поехали, откроем такие плюшки, откроем сундучок. Смену ему оставим. Грубая сила, почему нет? Огонь. Ну такое. Ну все, в принципе, поздравляю. Надеюсь, вы будете довольны. Игорь и Иван. Все, ребят. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Делаем вещи. Все, всем пока.